скверные дела. Жизнь с ума сошла, тронулась совсем. Это видно всем. Нечего читать, некого любить. Как жить? Как жить? Как жить? Как жить? Останутся вопросы, отвечал на вопросы. Отвечал на вопросы русский старец Амбросий. Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение. Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение. Вот так. В городе позор, на селе разор, худо на земле, мир лежит во зле. Как нести свой крест, как детей растить, как жить? Ну как жить? Как жить? Как жить? А старец Амбросий отвечал на вопросы, отвечал на вопросы русский старец Амбросий. Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение. Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение. Вот так. Вечером и днем все горит огнем, и дела все вдруг валятся из рук. Как себя сберечь, душу сохранить? Как жить? Ну как жить? Как жить? Как жить? Старец Амбросий отвечал на вопросы, отвечал на вопросы русский старец Амбросий. Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение. Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем мое почтение. Вот так.